Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим помогать бездомным котикам, и не только, в игре под названием Animal Shelter. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И, друзья, наконец-таки мы переходим на ту стадию, которой не было в демке. Мы будем содержать одновременно и котов, и собак, и это офигенно, друзья. Друзья, давайте-ка, может быть, помимо котов и собак будут еще и другие животные. Пока непонятно. Ладно, нам нужно перейти в режим строительства и построить клетку для собак. Так, фотостудия, жилые здания, погоди. Клетки для кошек, клетки для собак первого уровня. Прикольно, а чем отличается клетка от вольера, например? Ну, по-моему, это примерно одно и то же. Ну ладно, купите здание с клетками для собак, будет сделано... Ой, нифига, погоди. А почему здание с клетками для собак, во-первых, такое большое? Во-вторых, куда его воткнуть? И, похоже, нам придется расширять территорию. Ну, потому что это пипец. Может быть, нужен вольер для собак? Вольер для собак. А, так он тоже огромный. Я думал, можно будет вот тут держать одновременно и котов, и собак. Оказывается, это так не работает. Ну, ладно, давайте тогда попробуем расширить территорию. Ага, вам нужен токен расширения. Стоп, а как быть тогда? У меня места не хватает. Похоже, придется клинику перенести куда-нибудь, я не знаю, сюда. И воткнуть как раз-таки в это место клетки для собак. Угу. Так, клетки для собак первого уровня. 4400 это стоит, и все равно не помещается. Да офигеть, а как быть? Жесть, а куда? О, но входа же не будет, да? Погодите, давайте развернем... И попробуем сделать так. Вроде помещается. С натяжкой, не знаю, получится ли протиснуться мне самому там, но... О-о-о-о-о-о, давай-давай-давай-давай-давай. Вот тут я точно смогу пройти. Отлично. Ну, вроде как получилось. Давайте теперь пойдем посмотрим, что мы такого с вами натворили. Потому что, ну, я не знаю, я не знаю. Да, проход, конечно, супер узкий, но я не знал, как еще можно... Более компактно все это дело расположить. И посмотрите, здесь реально очень уютно. Но коты у нас содержатся почему-то на открытом воздухе, а собак заставляют держать здесь. И побегать им здесь негде будет. Но так говорит игра. Именно клетки, не вольер, поэтому я и поставил. Ладненько, давайте приютим нашего первого пёселя. Может быть, его покормим, может быть, его подлечим. Поглядим, животные в приюте. Погоди, нету, галерея не то. Так, Тедди. Милый пухлый песик. Кто-то нашел эту малютку в канализации. Животное ждала неминуемая гибель, если бы не помощь человека. А ну-ка, давайте-ка. Тедди, так и оставим имя, да? Мы никогда не меняем. Ну, выглядит пес, в принципе, довольно хорошо. Вроде бы не больной, упитанный. Но что он делал в канализации? Кто пустил пса в канализацию или выкинул? Это ужасно. Тедди, иди ко мне на руки. Ой, так ты маленький щенок совсем. Он же вообще мелкий. Примите в приют питомца с повреждением... У него поврежденная лапа? Погоди. Это у тебя поврежденная лапа? Да нет, вроде бы здоровый пес. Животное не ранено. Милый песик, давай-ка заберем его. И посадим пока в клетку. Но надо покормить его еще будет. Так, а куда? Тут есть лежанка для собаки, а тут и будка. Что лучше? Тедди, ты что выбираешь, будку или подушку? Ладно, давай в будку тебя посадим. Будешь тусоваться пока тут. Пойду куплю тебе похавать какого-нибудь, не знаю. Чё там едят собаки? Ты милый. Погладить можно тебя? О, да! Давненько тебя не гладили, песик. Ай, хороший. Хороший мальчик, супер хороший мальчик. Он реально хочет кушать. Надо срочно его покормить. Погоди. Хотя игра говорит принять... Подожди, игра. Я понимаю, да, ты хочешь, чтобы я подлечил пса. Я тоже хочу подлечить пса, но... Подожди. Это Мёрфи, это кошка. А где пес? Я не понял. Ладно, подожди, давай купим покушать сначала. Тедди хочет есть. Корм. Миска для воды, миска для еды. Она одинаковая и для пса, да, и для кота. Ну, тогда... Покупаем одну такую, недорогой корм для собак.
канистра с водой еще есть, и печенюшку одну надо купить, чтобы Тедди покормить. Так, сделать заказ, да? Денег у нас, в принципе, много. Все нормально. Примите... А, питомца! Не обязательно собаку. Наверное, о коте идет речь. Но подожди, котик. Потерпи немного, пожалуйста. Хотя у меня сердце кровью обливается, когда я слышу о том, что у кота поврежденная лапа. Ужас. Так, миска, миска, миска. С едой. Тедич, ты где? Смотри, что есть. Хе-хе-хе. А это именно та миска, которая должна быть. С косточкой. Где поставим? Ну, давайте тут где-нибудь, наверное. Вот так. Так, и теперь миска для воды. Отлично. И похавать. Это корм для котов, вот корм для собак. Good boy, да. Тедич у нас good boy. Есть. И воды. Воды, воды, воды. О, лает от радости. Хе-хе-хе, довольны, да? На тебе печенюшку еще. На. Перед животным нет места, чтобы дать ему еду. Повернись немного, я хочу тебе вкусняху дать. Ну, иди сюда. Он не двигается. Так. Тедди, а ну-ка иди сюда, стань тут. Я тебе печеньку сейчас дам. Не двигайся, пожалуйста, вот. Во, похавай. А? Балдёж ведь? Классно. Ну, теперь он стал более довольным. Хотя жрать все еще хочет и играться. Но я не умею играть с псами. Что там, палка им нужна, да? Или какой-нибудь мячик, узелок, чтобы он его потягал. Так, коробку надо выкинуть. Но потом поиграем. Все-таки коту надо помочь. Не так. Да не так, я все не так делаю. Давай, закидываем сюда. И, друзья, хочу вам напомнить, что у меня есть канал на Яндекс.Дзене, который вы можете найти в комментах, ссылку на него. Опять поступают новости, что YouTube могут заблокировать, и меня это, честно говоря, пугает. Поэтому, чтобы не потеряться, чтобы мы с вами были на связи, переходите туда, подписывайтесь, пока еще не поздно, друзья. Очень надеюсь на вашу поддержку. Так, ну а я беру кота. Котя, ты где? Животное в приюте, это не то. Мёрфи, давай, примите животное, конечно. А почему люди, которые это животное нашли, не отвезли его к ветеринару в первую очередь? Купить бинт нужно, возьмите питомца в лечебницу для животных. Сейчас бинт сразу куплю. Бинт, бинт, бинт нужен, срочно, срочно, срочно. В магазине, да? Медицина. Машинка для стрижки, пинцет, бинт, да. И, друзья, нужен сразу фотоаппарат новый. Почему я не покупаю его, я не знаю. А, он недоступен, фотоаппарат. Необходим уровень репутации выше. Просто цифровые фотки неудобнее, не нужно будет сканировать. А где бинт? А я не купил бинт, видать. Заговорился и не купил бинт. Нет мне прощения. Сделать заказ, да. Надо было сразу несколько бинтов брать. Ну ладно, пустая моя башка. Допустила ошибку. Где бинт? Давай, 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 давай. Сейчас будем ремонтировать котейку. Взять все. Че, а где бинт? Да возьми эту коробку. Сигналишь, да, я иду уже, иду. Вот он бинт. Так, все, я иду за котейкой. Меня уже никто не остановит. Котя, что у тебя с лапкой? Выглядит плохо. Ну, котик красивый, но... болеющие, конечно, немного. Малыш, встань сюда. Удивленный вид такой, типа, что вообще происходит? Наложите повязку на лапу. А как? А вот, наложил. Ну, так это было несложно. Коть, ну все. В принципе, ничего сложного. Надеюсь, это не перелом, а просто растяжение или ушиб, или что-то в этом духе. На, будешь жить пока тут. Прибраться бы, наверное, не помешало бы, да, тебе? Хотя, в принципе, тут довольно чисто. Нет таких ситуаций, которые были в демке. Помните, да, что клетка мгновенно пачкалась? А это что за безобразие такое? Стоило только посадить кота в клетку и сразу... Чшк, сразу грязь. Отовсюду. Приютите в приюте больное животное. Ну, давайте еще одного приютим. Сейчас что, все животные, которые к нам поступают, они все болеют? У всех какие-то проблемы?
Волтер. Мать этого питомца родила еще 3 животных. К сожалению, предыдущие владельцы не смогли обо всех позаботиться. Они были вынуждены их отдать, поэтому Волтер появился в списке. Берем. Волтер! Животное болеет! А, купите шприц для забора крови? Я не хочу, я боюсь шприцов и... Ну, купил. А что еще там? Надо еще что-то? Возьмите кровь, отправьте ветеринару, дождитесь сообщения, купите нужное лекарство. Ну, короче, сперва нужно анализ сделать. Потому что, как ветеринар узнает. О, а что это за коробка падает с неба? Такого никогда я не видел. А что это за коробка? Или это просто воздушный шар? По-моему, это... Да! Я не могу понять, какая кнопка. Да почему каждый раз разные кнопки? Ужас! По-моему, это просто воздушный шар. Типа, как декорация. А я думал, это мне подарок какой-то падает с неба. А оказалось, что нет, жаль. Волтер, ща... Ну, только, ну, как комарик укусит. Все будет хорошо. Пухленький Волтер. Так, стоп, это не он? А какое животное болеет? Так, с Волтером все нормально. А кто болеет тогда? Ты болеешь? Здоровье на максимуме. Хочет, чтобы его погладили. Погоди. У Волтера здоровье падает. Но тут на... Ладно, все равно возьму анализ крови у Волтера, чтобы перестраховаться, чтобы уж точно все было отлично. Супер-пупер. Волтер, ты уж не обижайся на меня. Это ради твоего же блага. А, Котя! Я взял анализ? Да. Это выглядело странно. Волтер такой... Что творится вообще с этой жизнью? Так, ладно, отправили анализы. Ждем сообщения от ветеринара. Волтер, ты пока побудь тут, да, и никуда не убегай. Пройдет немного времени, и... Опа, результат уже готов. А где результат? А чё, я ж не знаю, чё. Так а чё с тобой, Волтер? Обжора, смелый. Так я не знаю, какая у него болячка. Купите нужное лекарство. А какое лекарство нужное? Где анализы посмотреть? Наверное, на почту. На электронку. Потому что если нет, то куда тогда? Так, Волтер. Да, обнаружено заболевание простуда. Рекомендуемое лечение таблетки. Понятно. Ничего серьезного, слава богу. Так, всего лишь навсего простуда. Медицина, давайте таблетки. Сразу купим... 9 максимум, да? 9 штук. Положим просто на склад, пускай лежат. Наверняка еще будут болеющие простудой котики, поэтому... Такие дела, давайте, спускайте. А если Волтер удрал? Да не может такого быть. Волтер! Вкусняха для тебя уже идет. Летит, точнее. Открою рот, сейчас залетит летающая тарелка. Оба, слопал. Нормально. Получите еще одну звезду репутации. Все, Волтер у нас как новенький. Надо проведать пса, посмотреть, что там у него. Не проголодался ли он еще? Тут, по-моему, грязновато, да? Вам не кажется? Пол темнее, чем этот. Надо проверить. Да нет, чистые. Просто освещение такое. Так, Волтера тоже немного почистили. Так, что тебе нужно... Испражнение. Ну, если хочешь, делай. У тебя есть все для этого. А, еще про лоток мне писали, что у лотка есть, оказывается, вход. И этот вход не должен быть заблокирован. Тогда, ну, кот сможет зайти туда. Правда, это странно. Вход в лоток, серьезно. Мёрфи, ты знаешь, где вход в лоток? А что, ты не... Ты же сам хотел, вот. Маленечко, поглажу тебя. Самую малость. Тедди очень хочет есть. Ты ж...
Тедди это пес. Я так и знал. Я вот говорил, что он, скорее всего, проголодался. Так. Вероятность попасть в семью высокая. Он голоден. Хочет пить, но при этом не ест и не пьет. Не знаю почему. Давай поиграем с ним немного и пойдем проведаем Теддича. Погнали. Во. Совсем другой разговор. А ты говорил, не хочешь. Сейчас набегается, напрыгается. Аппетит появится, будет сидеть кушать. Наигрался? Да, отлично, максимум. Заполнили шкалу игры, иди сюда. Все, тусуйся тут пока, я за Тедди. Ты там чё? Ну давай с тобой тоже поиграем, раз я тут, все еще, окей. Чтоб потом не забыть, потому что я наверняка забуду, как обычно, поиграть с котом, а этого нельзя допускать. С котярами надо играть. Мяу, 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 мяу. Одни из самых игривых животных. Хотя, блин, многие животные игривые на самом деле. Выдры. Смотрю часто видосы про выдр. Блин, какие они милые. Ты чё, наигрался? Супер милые животные, супер добрые, ласковые, веселые, любопытные тоже. Как коты почти. И очень милые. Так, ну все, наигрался, видимо, да? Погнали к Тедди. Коробку выкинуть надо. Я сейчас опять перепутаю, какую кнопку нажимать, и не выкину ее, смотрите. О, получилось с первого раза. Даже удивительно, не, удивительно. Никогда такого не было. Ну шо, Тедди, рассказывай, что у тебя тут? Как дела? Тедди очень хочет пить. Он же есть хотел. И очень сильно хочет играться. Ладно. Полная миска еды, полная миска воды. Так, а в чем твоя проблема тогда, я не понимаю? Почему ты не ешь и не пьешь? Хороший мальчик. Он не ест и не пьет. Он сломался. Он всегда стоит на одном месте и ничего не делает. Так, попробуем тогда прикупить какую-нибудь игрушку для него. Может быть, в этом проблема? Но он реально не ест и не пьет. Хотя очень хочет. Может быть, я неправильную еду ему дал? Так, игрушки. Мяч, резиновая кость. Давайте купим резиновую кость. Собаки любят резиновые кости грызть. Зубы точат. Хм. Может быть, он болеет? Может, надо взять анализ? Поэтому он не кушает. Давайте так и поступим тогда. Придется взять анализы у пса. Вдруг с ним что-то не так. На, будешь играть? На, играй. Ну, наиграй, короче. Если хочешь, играй. Если не хочешь, не играй. Ладно, погнали. Тогда возьмем анализ. Купим мячик. С мячиком поиграем. Все-таки я подозреваю, что у него какая-то болячка. И он просто поэтому не хочет есть. Нет аппетита. Но при этом голодает сильно. Мяч купить. Медицина. Давайте возьмем сразу на будущее. Готово. Ну, может быть, друзья, у вас есть какие-то варианты, что не так с псом? Взять все. Да, я бы не хотел ложить его. Внутреннее лечение. С помощью мыши возьмите. Да, это я знаю, это я умею, отстань. Надо обязательно, чтобы руки были пустые, чтобы взять коробку. Тедди, ну, блин, если... Анализы не дадут результатов, но я уж даже и не знаю тогда. Чё с тобой? Чё ты лаешь-то? И убегает. Сейчас будем лечить тебя. Мне кажется, что он болеет всё-таки. Давай. Опа! Что это такое? Почему он повис в воздухе, я не знаю. Ладно, образец отправлен. Повисло просто в воздухе. Ну, ждем, Тедди, результатов. Не убегай пока никуда. Посмотрим, что с тобой. Результаты пришли. Может, я какого-то уведомления не заметил, а там было сказано о происходящем. Да он здоров. А что с тобой тогда? Он здоров. Полностью здоров.
Будем с ним, значит, играть. Он просто, ему скучно. Но когда мне скучно, у меня не пропадает аппетит. Наоборот, когда тебе нефиг делать, ты думаешь, ну блин, можно и поесть. Так. Вольер, а, тут и играть с ним еще нельзя. Я думал, поиграю с ним тут. А как с ним играть теперь? И поставить его на пол нельзя. Ну, я не знаю, что я должен сделать. Вольер мне не... А чё он... Что с тобой не так? Иди кушай еду. Чё с тобой? Мужик! Мужик, Тедди! Ты чего? Может быть, я ему тарелку не для... Я думал, тарелки одинаковые для котов и для собак. Может, поэтому он есть не может? Давайте посмотрим. Да не, это странно. Если бы я хотел есть, ну, неважно, какая тарелка. Магазин. Не, ну тут есть только одна миска для еды и одна миска для воды. Все. Ну, фиг знает. Я просто на этом мои полномочия, все. Может, ему эту купить? Лоток. Может быть, лотка у него нет, поэтому он не может ничего сделать. Ну, попробуем. Я не знаю. Тедди. Я не понимаю псов. С котами все просто и понятно. На, Тедди. А, так он еще и это. А как его? Что с ним? Что делать? Как жить, когда ты не хочешь лоток ходить? Я понимаю, но выгулить я его не могу. Лоток поставить я ему не могу. Вольер для собак. Да просто денег у меня на него нет. Жесть. Он хочет, чтобы его погладили. Ну, давай погладим. Так, стоп, давайте переложим пока лоток сюда тогда. Мяч. Тоже поиграть я с ним не могу. Но я... У меня аж игра начинает глючить, когда я пытаюсь его погладить. Видите? Тедди сломал игру. Почему игра глючит, когда я пытаюсь его гладить? Тед, он, может быть, не пес, это какой-то пришелец? О. Но я буду его гладить, пока он не будет есть. Мне кажется, все-таки у него полный желудок, а сходить некуда. Я так и знал, что нужно ставить вольер, но игра сказала ставить клетки. Как-то отстойно получается, и что с ним делать теперь? С косточкой играть он тоже не хочет. Тихо. Ну, я не знаю. Может, мешок для отходов нужен какой-то. Специально для псов. И типа ты положишь мешок, и он все свои дела в мешок сделает. Было бы очень удобно. Так, ладно, а сколько у нас денег всего? Почему не написано? Попробуем сейчас понять. 3300, а вольер стоит 4400. То есть при всем желании никак. А, так можно бесплатно взять. Ну, так смысла в этом нет тогда. Лежак для собаки, может. Закрытая коробка. А закрытая коробка для чего? Для кота может понадобиться. Коты любят коробки. Блин, я не понимаю, друзья. В общем, мне требуется ваша помощь. Чтобы как-то решить вопрос с Тедди, потому что я не знаю, как с Тедди решить вопрос. На этом мы пока остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Я сделал все, что было в моих силах, и я, не знаю, ну, попробую последний вариант на похавай. Может, легче станет. На всякий случай. Не знаю.
В общем, большое спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч. Всем удачи, пока. Счастья вам. Берегите себя. Покедова.